приступили к храму маяку святителя Николая. Внизу музей морских катастроф. Как обычно, мне пришлось одевать юбку. Ой. Ой, вид отсюда, конечно, шикарный. Якорь тут. Здесь смотровая площадка, вход типа платный. Но если ты идешь в музей, то бесплатно. Здесь такая стена памяти наиболее масштабным морских катастроф. Следующая остановка по пути в Алупку – Ласточкино гнездо. Здесь куча людей. Идем дальше. Почему-то чем ближе я подхожу, тем меньше она мне кажется. Хотя почему она? Я про замок. Тем меньше он мне кажется. Издали он казался побольше. Вход закрыт. Ближе ведутся работы. Как нам сказали, потому что упала скала под замком. В общем, получается, финальная точка — это кафе Мария. А финальная обзорная точка — вон там пониже, где, в общем, больше всего людей фоткается. Но виды все равно прекрасны. Кстати, не так уж и много времени мне занял проход сюда. Где-то, может, минут 10. Это, получается, финальная смотровая. Ну, правда, мне почему-то кажется, он такой маленький. Даже на фотках он выглядит повеличественнее, что ли. А еще здесь периодически встречается столько заброшенных, как будто санаториев. Не знаю, что тут раньше было. Но это все заброшено, перекрыто. Но место очень классное. В Алупке мы остановились в гостиничном комплексе «Зеленый мыс». Тут такие домики на 4 комнаты. Хорошая территория. Можно докупить завтраки, обеды, ужины. Спуск к пляжу. Пляжик здесь, конечно, не очень. Вот такие есть. Бар. И вот это, получается, пляж при комплексе. Камни, но там он спуск в море. Рядышком общественный пляж, он посимпатичнее, честно говоря. Море тут не очень чистое в плане водоросли. Чтоб их не было, надо прям очень далеко заплыть. Но
но живописненько. Идем к Воронцовскому дворцу. Пешочком где-то полчасика вроде должно получиться. Вот через парк дошли мы наконец до входа. Билеты приобретаются в кассе, и вход во дворец только в составе организованной группы. Там уже можно бродить самостоятельно, но все равно, чтобы войти в сам дворец, надо дождаться экскурсовода. Так что вот ожидаем. Очень популярное место для свадеб. Уже, по-моему, пятая свадьба, которую мы видели. Это спящий, просыпающийся, уже стоящий и около дворца борствующие, рычащие. Здесь такая лестница к морю. Народу, конечно, очень много, одна за одной экскурсии. Центральная часть Альгамбры, надпись на арабском языке, и нет победителя, кроме Аллаха. Надпись повторяется 6 раз. Религия Воронцова не связана, он был православным. Воронцов приказал сделать арабскую надпись по 2 причинам. Она подчеркивает восточный колорит индомусульманского стиля 16-17 веков. Вторая, Воронцов скупал землю у крымских татар и сделал надпись в знак уважения и солидарности к местному населению. С видом на Ай-Петри. Еще можно бесплатно погулять по паркам. Верхний и нижний парк есть. Лебединое озеро с лебедями и не только. Движемся на вершину Ай-Петри на машине, и по пути вот такая вот остановочка с озерцом, миленькая. Тут еще по пути был водопад, но летом они пересыхают. Можно доезжать по канатке, 400 рублей в одну сторону стоит. Многие соглашаются на такие минивены с водителями, за 500 рублей я слышала. Довозят с человека, естественно. Здесь вот черепашки плавают. Вон. Тоже еще в кустах, в камышах. Мы добрались до вершины. Здесь канатка, платная парковка, чуть ниже есть бесплатная. Сразу же налетают, предлагают лошадей, квадроцикл, покушать, в общем, все и сразу. Мы полезем сейчас туда, туда уже только пешком. Наверх где-то 20 минут по такой вот дороге. Надо ползти.
Ой, хотела взять свой палон дивины и забыла. В кроссовочках и в куртке. Очень сильный ветер. Вообще по таким вот камням ползать приходится. На вершине есть зиплайн. Выглядит вообще-то не очень страшно, но судя по восклицанию, это интересно. Стоит 1,5 косаря. За 700 рублей подвесной мост. О, это должно быть очень стрёмно. Но он почему-то закрыт. Вон там тоже люди стоят. Вот это вот должно быть пострашнее зиплайна. Боже, вы только посмотрите на это. У меня уже ножки трясутся. Еще такой ветер. О май гад. Вон фуникулерчик. В ту сторону тоже потрясающий вид. Ветер очень сильный. Видимо, из-за этого закрыта трасса по мосту. Боже мой, ребята, посмотрите. Это unbelievable. Высота всего 1234 метра. Но дух захватывает, как и на 5. Мы идем к Ялтинской пещере. Вообще их тут еще плюс две, но две другие нам сказали закрыты, потому что не получили лицензию. Посмотрим хоть на Ялтинскую. Она здесь недалеко, примерно минут 10. Вход только с экскурсией 300 рублей, детям 200. До 7 лет бесплатно. Ждем набор групп. В Алупкинскую Массандру на дегустацию. Ехали на автобусе, вот еле добрались. Вообще немножечко непонятно, дегустацию оказывается ждать 1,5 часа, хотя каждый час на сайте написано. В баре не наливают только 2 вида вина. Фирменный магазин, цены ниже, чем в розничных магазинах. По отзывам. В итоге мы просто накупили винишко и все, без дегустации и экскурсии.